Сельскохозяйственные ярмарки в нашем городе – это традиционное мероприятие. Здесь для одних есть возможность реализовать продукцию, выращенную в своем хозяйстве, другим – приобрести товар по выгодным ценам. Так ли они выгодны для покупателей? Это мы постарались выяснить в ходе опроса. На площади Советов часам к 10-11 утра, то есть со времени начала ярмарки, было довольно многолюдно. Спросом у жителей города пользовались как картофель, капуста, морковь, лук, мясо и другая продукция. Ассортимент был представлен широкий. Капуста, картошка. Все есть. Молодцы, спасибо. Спасибо от нас. Цены вас устраивают? Да, вроде нормально. Приемлемые цены, мы приемлемы. Молодцы, спасибо большое. Нормально, да. Спасибо. Все есть, слава Богу. И денек какой хороший. Спасибо большое. А цены вас устраивают? Устраивает, балам. Что же? Недорого. Нет, недорого. Картошка вот по 162 ведра купила. Как хорошо, у меня маленькие картошки вот такие были, слава Богу. Очень нравится, очень-очень хорошо. Мы уже купили и капусты купили, и морковки купили, и лук купили, все заготовили. Очень нравится. А цены вас устраивают? Устраивают, нас устраивают. Да, я купил гортензию, хочу посадить на огород. Цены, да, устраивают, все прилично, все хорошо. Все приветливые, радостные, все отлично. Цены дорого, дороже, чем на рынке. На что именно цены дорогие? Ну, знаете, вот на рынке приценишься, и 230 можно купить. Там это свинину еще 220, да, за 200 даже. А ярмарка все-таки дорого, особенно для пенсионеров. Да, цены, как всегда. То есть это как? Ну, где, как на базаре, так и на ярмарке. То есть не отличаются? Не отличаются. На что имеете в виду, вот цены не отличаются? Ну, что мясо, что хоть что, хоть мед, хоть мясо. Угу. Цены не отличаются. Цены вас устраивают ли, организация ярмарки как? Устраивает. Мясо хорошее, и все красиво, организовано. Мясо дочь купила, что я куплю, бабушка? Да, ну я только зашла еще. Ну, ярмарка как ярмарка. Нормальная. Цены устраивают? Ну, дороговато, конечно. И цены приемлемые, намного дешевле, чем на рынке. Спасибо. Мясо купили мы. Вот смотрим, мед. Ну, вообще, ассортимент, конечно, желательно было бы лучшего. Но в целом неплохо. Организация, конечно, хорошая. Потому что, видите, предпринимателей много. Много частников к нам приехало. Я довольна. Остались довольны организацией ярмарки и сами продавцы. Товары пользуются спросом. Говорят, предлагают покупателям только качественную продукцию. И цены стараются выставить приемлемые. Мы приехали с Кургазинского района, привезли картошку, капусту, поросята. Ярмарка, конечно, удобна. Все, что вырастили, вот продаем. Очень хорошо то, что организовывают. Торговля идет очень хорошо. Мы с Кургазинского района, деревня Мурадово. Урожай-то средний в этом году, хороший, цветочный особенно, но липа мало было. Так-то мы довольны, и люди довольны. Вот третий раз приезжаем, очень хорошо, хорошо берут. Это не последняя ярмарка. Организаторы отмечают, что таких мероприятий запланировано еще два. Сегодня у нас организована пятая ярмарка. Четыре из них проведены, две еще запланированы. Представляется, у нас 150 торговых мест организовано. География масштабная. Близлежащие районы – город Кумертау, Мелеузовский район, Федоровский, Кургазинский, Оренбургская область. В ходе опроса жители также отметили удобное расположение места проведения ярмарки. Айгуль Мухаметшина, Роман Бекулов. Новости.